Сонь, объясни, пожалуйста, что происходит? Мы прочитали заклинание и освободили кого-то. Кого? Может быть, Эллисон и Смайли? Что это значит? Ничего хорошего. Надо срочно что-то делать. Предлагаю вызвать полицию. Полиция нам не поможет. Только если у них есть отдел охотников за привидениями. И что теперь делать? Надо подумать. У меня же есть артефакты. Книга снов, Морфеус, зонт времени. Мы могли бы вернуться в прошлое и все исправить. Точно. Я могла бы полететь в прошлое, забрать у нас все эти бумажки и выбросить. Почему ты? Потому что я не хочу, чтобы ты рисковала. Тогда полечу я, а вы все оставайтесь тут. Пап, у путешествия во времени есть правило. Нельзя встречаться с собой из прошлого. А иначе случится пространственно-временной коллапс, и наш мир может лопнуть, как мыльный пузырь. Надо же! Хорошо, что ты предупредила. Вот бы мы натворили дел. Я еще раз убеждаюсь, что все эти артефакты опасны, и от них надо избавиться. Тогда кто же полетит? Давайте я. Но ведь ты тоже можешь встретить себя, Алена. Нет, я полечу в то время, когда Соня была одна дома и переписывалась с Эллисон, которая притворялась моей подругой. Я расскажу ей всю правду. Да, это отличная идея. Ладно, Алена, так и быть. Это самая хорошая идея. Соня, не сезон. Сейчас. Так, а в какое время полететь? Наверное, после того, как ты мне позвонила. Это было 18:20, а сейчас 19:23. Хорошо. Зонт, отправь меня в 18:21 сегодняшнего дня. А это безопасно, все эти перемещения во времени? Думаю, да. Мы это уже делали много раз. Соня? Алена? Зонт? Что-то произошло? Сонь, в общем, тебе скоро начнет писать одна девочка в Skype. Ты ни в коем случае ей не отвечай. И главное, там в спальне родителей будут бумажки со смайликами, а на них буквы. Это заклинание на латинице. Читать его ни в коем случае нельзя. Вот, это она, Эллисон. Заблокируй ее и не отвечай. Хорошо. Отлично. Тогда я тебя предупредила и полетела обратно. Кто это? Я не знаю. Я поняла. Ты же она, Эллисон. Ты говорила мне, что она звонила в дверь. Так что мне делать, Алена? Я не знаю, но мне надо лететь, я не могу здесь долго находиться. Пожалуйста, не бросай меня, мне страшно. Я знаю, что делать. Кто там? Эллисон, у тебя ничего не выйдет! Твой план провалился! Мы не будем читать это заклинание! Ты нас не проведешь! Соня все знает, поэтому у тебя нет никаких шансов! Так что убирайся отсюда! О, господи, Соня, там я. Что? В смысле? Там я пришла. Я же после Эллисон сразу пришла следом. И что нам делать? Я не знаю, но мне надо улетать. Я же не могу встретиться с собой. Но когда я улечу, вы с этой Аленой никуда не выходите. Срочно звоните родителям, чтобы приезжали. Все пошло по-другому. Что же теперь делать? Видимо, она услышала твои слова и решила действовать иначе.
Что же теперь будет? Я не знаю. Сонь, а не может такого случиться, что Алена не вернется? Надеюсь, что нет. Так а где она тогда? Разве нужно так много времени, чтобы предупредить тебя? Кстати, да. Может, с ней случилось что? Вы правы. Времени вообще не нужно. Алена должна была вернуться сразу же. Я же ей сказала время. 19:23. А сейчас уже 19:25. Что происходит? Значит, что-то пошло не по плану? Да, ну что же делать? У меня только один зонт времени. Я ничем не смогу помочь Алене. Надежда только на ту меня из прошлого. Алена, что делать будем? Может, ты переместишься еще немного пораньше и попробуешь снова? Точно! Надо переместиться еще раньше, чтобы ты предупредила меня к тебе не ходить. Ох, Алена, мне кажется, эта Элиса не остановится. А где зонт? Окно открыто. Элисон украла зонт времени. И она подкинула какую-то коробку. Что это за коробка? Да, я знаю, мы ее открывали. Там фотографии и кукла. Что за фотографии? Ее Смайли и Ребус. Смайли? При чем тут Смайли? Он ее брат. Что? Ты шутишь? Нет, открой и убедись в этом сама. Это оно! Это заклинание! Но у нас все было по-другому. Из-за твоих слов ее план поменялся. Но для чего она пишет это заклинание, если знает точно, что мы не будем его читать? Не отвечай. А как же та Алена, которую она украла? Мы должны узнать, что с ней. Да, ты права. Господи, Соня, ну я же тут, значит, ничего плохого не произошло, правильно? Если бы что-то плохое произошло, меня бы тут не было, верно? Верно? Что? Алена, как бы тебе это сказать? Ты стала прозрачной! Что? Нет, Соня, что же делать? У тебя же есть второй зонт. Значит, я могу полететь еще дальше в прошлое. Алена, мы не можем так рисковать. Ты вот-вот исчезнешь. А что тогда? А вот что. Баку-пожиратель снов, приди. Баку-пожиратель снов, приди. Баку-пожиратель снов, приди. Скучали без меня? Ну, это что-то новенькое. Такого я еще не видел. А что это у тебя за спиной? Да можешь не поворачиваться, я и так вижу. Баку, нет времени для шуток. Там во дворе сестра Смайли, Элисон. Она меня похитила и хочет что-то сделать, поэтому я исчезаю. Ну нет, у меня. Я из будущего, она похитила меня из настоящего. В общем, Баку, сделай что-нибудь, а не во дворе. Времени совсем нет. Вот черт! 29 минут. Я уже начинаю паниковать. Что же могло случиться с Аленой?
Так, девочки, без паники, это автоматы вырубило. Пойду проверю щиток. Страшно. Не бойся, сейчас папа починит свет. Почему Алена до сих пор не появилась? Вот видишь, папа пришел уже. А ну отпусти девчонку! Читай заклинание, или подружке не поздоровится. Гриша, ты где? Ты хоть знаешь, кто я? Я Баку, древний могучий дух! Да ты красотка! Силы, данные мне волшебной книгой, я отправляю тебя в царство снов! Куда это они делись? Значит, у Алены все получилось. Но где же она? Уже 19:33. Алена, наконец-то! Я уже думала, что все пропало. Ну ты что, я же прилетела, как ты и велела. 19:33. Я говорила 19:23. Да? А, ну ладно, значит, я перепутала время. У вас тут все в порядке? Да, все хорошо. Там во дворе на меня напал этот сумасшедший. Стукнул мне чем-то по голове, я упал. А еще я нашел вот это. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то не забывайте ставить лайк. А еще не забывайте, что у меня есть свой телеграм-канал. Там я публикую интересные спойлеры к новым видео, кружочки, и вы будете первыми узнавать, когда выйдет новое видео. Там уже почти 50 тысяч подписчиков. Вот, поэтому не забывайте подписываться на него. Ссылку я оставлю в описании под этим роликом и в закрепленном комментарии. А спонсор моего канала – это Теодора Сакрамидис, я Соня, Хесус Авагэн и Денис Хита. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи на канале Непета.